Ну вот, стоит цилиндр новый, в суппорте зачищены канавки. Саша зачистил все вот эти тут, из этих пазов убрал ржавчину, убрал всякую коррозию и поставил новый цилиндр. Вот, теперь он смазкой смазывает направляющие. Специальная смазка. Да, Сань? Да. Как она называется? Да, смазка и смазка. Нет, это специальная смазка. Для направляющего, да? Тоже чистить надо. Фигню эту. Новые ставим. Новые ставим? Новые ставим. Пыльники ставим новые, да. Вот пыльничек новый. Citroen Xarate Person. Вот он, Саня смазал направлялки. Золотые руки у моего друга. Перевязали тормозную жидкость, дабы она не выходила из цилиндра. Все дела.